Наводнение в результате проливных дождей нанесло Республике Словения, вероятно, самый сильный ущерб за современный период истории страны. Об этом сообщает словенское агентство печати со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Голоба. В Словении за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к масштабным наводнениям на севере, северо-западе и в центральной части страны. Наиболее сильно пострадал регион Корошка, граничащий с Австрией. Там затоплены дороги, нанесен урон мостам, отключено водоснабжение. В третьем крупнейшем городе страны, Целе, затопило центральную часть. Несколько тысяч жителей эвакуировали из-за наводнения. К настоящему моменту известно о трех погибших из-за удара стихии. Это женщина в городе Камник и двое нидерландцев, которые скончались в гористой местности близ города Край. В СМИ публикуют фотографии затопленных населенных пунктов с плавающими автомобилями, потрескавшимися дорогами. Некоторые люди забирались на крыши домов, спасатели эвакуировали их оттуда вертолетами. В спасательных операциях задействованы военные. Ливни начались в четверг вечером и продолжались в пятницу. Ожидается, что обстановка будет и дальше ухудшаться.